Всем привет! На обзоре фигурки Нии из Гурного Гана в клевеньком миленьком Мейда платьечке. Платьечки Мейда. Фигурка из сайта, насколько я помню. Комплектом идет Йоко. Здесь не нарисовано. Производство Sega, 2009 год. Кто Гурного Гана не видел, советую. Кто видел, пересмотрите. В конце концов, не так много аниме клевого, веселого, качественного, ну и пафосного. Гуррен Лаганн, по мне, так это чистый пафос. Вскрываем. Обычный блистер, ничего интересного, ничего нового. Обычный Sega Price. Качество должно быть стандартное. Может получше, может похуже, чем средний такой прайс, скажем так. Внутри обычный блистер. Из приколов можно сказать, что вот видите, на шурупчике фигурка. Это очень хорошо. Потому что шурупчики можно открутить. Да и уже хорошо, что она с подставкой. Без полиэтилена какого-нибудь пакетика. Все как есть. Очень миленькая Ния, насколько я помню. С очень красивыми цветочками в глазах, в зрачках. Пупок торчит маленький, какое-то пятнышко. Пансу не белый, как и обычно. Я думаю, всегда очень симпатично сделано. У него очень миленькие ботиночки. Они такие лаковые, лакированные, черные, прям блестят. Такая вот Ния из Гурного Гана. Ссылка на фигурку в описании под видео. Спасибо, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Я буду очень рад, если меня будет больше смотреть. Мне приятно. Спасибо, пока.